Добрый день. У нас уже стала традиция, что мы каждый год в День молодежи или в районе Дня молодежи собираемся для того, чтобы с молодежью, ну скажем, с активной частью молодежи поговорить о проблемах, о предложениях, вообще о жизни. Что волнует сегодня молодое поколение, какие они видят перспективы на территории Хабаровского края, на территории Российской Федерации, чтобы мы в своей работе могли корректировать программы, которые мы составляем. Потому что жизнь идет, она меняется. Если, скажем, 20-30 лет назад у молодежи были одни приоритеты и перспективы, то сегодня, я это вижу, совершенно другие, в некоторых случаях прямо противоположные, а в некоторых случаях просто они идут в ногу со временем. И нам необходима обратная реакция, необходим диалог для того, чтобы мы в разговорах вот в этих нашли понимание, вот, что сегодня волнует, что необходимо сделать правительству, вот, какие носить коррективы в те или иные наши направления деятельности. Вот тема такая, поэтому я прошу в спокойном режиме, так, в рабочем. У нас не парадная конференция тут, не в выступлениях, а все, что вас волнует, какие-то есть вопросы, пожалуйста, мы пообщаемся сегодня. Я постараюсь на них ответить. Вячеслав Иванович, здравствуйте. Меня зовут Иванцов Захар. Я руководитель Хабаровского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». В этом году мы участвуем в строительстве жилья для подтопленцев. Скажите, Вячеслав Иванович, на следующий год какие объемы нам будут переданы, учитывая тот факт, что мы готовы взять на себя строительство жилья под ключ? Ну, это вообще для меня это как бы новое направление, что вы готовы прям взять на себя строительство жилья. Мы в прошлом году, когда столкнулись вот с таким небывалым крупномасштабным наводнением, и тогда призывали молодежь в первую очередь выйти на помощь защиты своих районов, городов, поселков. И очень активно молодежь откликнулась, причем даже не откликнулась, они сами инициировали создание различных отрядов, которые работали в Хабаровске, Комсомольске и в других районах, помогая бескорыстно защищать наш край, свои поселки от наводнения. И тогда еще зародилась идея такая, вот я ее поставил как задачу на правительстве, что мы должны возродить вот студенческие отряды в плане помощи решения вопросов социальных на территории края, как это было ранее. Мы все были студентами и участвовали и в строительстве домиков, мы ездили в ЕАО, и заготавливали траву там, и сено, решали вопросы различные и по сельскому хозяйству, и по заготовке рыбы на путины ездили там. То есть и это было, как правило, мы оказывали колоссальную помощь экономике нашего государства в то время. Сегодня это несколько как бы подутухло. И сейчас начинает зарождаться. Мы приняли решение привлечь максимальное количество студенческих отрядов на строительство домов для подтопленцев. И сегодня это уже в трех районах работает. Мы ставим задачу, чтобы везде они работали, и везде оказали помощь. И на этом отработали какую-то схему дальнейшей работы. Вот в следующем году мы обязательно будем привлекать уже. Надеюсь, что наводнения не будет больше. Просто у нас есть большие программы по строительству жилья. И малоэтажного, и многоквартирного. И почему бы действительно нам не отдать, если у вас есть уже достаточно квалификации, достаточно специалистов, которые, как вы говорите, под ключ могут. Я, конечно, сомневаюсь, что вы под ключ можете сделать. Но раз вы говорите, я вам верю. Давайте мы возьмем это в проработку. И задача наша сегодня возродить нормальные студенческие отряды, которые будут помогать решать вопросы экономики, потому что жизнь показала, что мы сегодня, работая вот с различными компаниями, иногда даже не справляемся с задачами и не осваиваем деньги, даже, которые мы выделяем в течение года, по строительству я имею в виду, ну и не выполняем какие-то там параметры, которые сами себе устанавливаем. Почему не взять, не отработать, например, со студенческим отрядом, выделить землю, сделать пилотный проект и посмотреть, кто лучше, эффективнее построит жилье.
То есть я беру проработку, это обязательно мы, я думаю, найдем вариант решения этого, вот вашего предложения. Спасибо. Здравствуйте, Вячеслав Иванович. Меня зовут Майта Мамария. Я студент Дальневосточного института управления и член молодежного правительства Хабаровского края. Вот мы знаем, что уже началась приемная комиссия, да, учреждения профессионального образования. И вот как социолог, как будущий социолог, могу сказать о том, что за последние 3 года вырос конкурс на инженерно-технические специальности. И вот хотелось бы узнать, край сегодня почему заинтересован именно в подготовке таких специалистов и что для этого делать? Ну, край очень заинтересован в инженерных кадрах, технических и инженерных кадрах, потому что у нас край-то промышленный. В крае сегодня промышленность не просто там промышленность как таковая, а у нас промышленность с высоким интеллектом, и она требует инженерных кадров хорошей, высокой квалификации, которые могут готовить наши вузы. У нас 2 технических вуза, Комсомольский и Хабаровский, и поэтому мы сегодня считаем уже на много лет вперед, сколько нам необходимо инженерных кадров, и стараемся перестроить систему образования в крае под то, чтобы максимальное количество инженерных кадров готовилось здесь у нас на местах, потому что они востребованы. Я вот точно знаю, что сколько бы сегодня инженерных кадров не подготовили наши вузы, они все будут востребованы и уйдут на работу. Особенно это востребовано сегодня в авиационно-судостроительном кластере, который у нас работает на территории Хабаровского края. Мы стараемся сегодня не просто агитировать, что давайте, подавайте заявление на инженерные специальности, идите учитесь, и вы будете востребованы. А мы стараемся сегодня работать с предприятиями, и перед ними ставим задачу, чтобы они создали высококвалифицированные, высокоорганизованные рабочие места. Потому что куда пойдет молодой человек работать? Туда, где он будет по колено в грязи ходить, в солидоле там, и таскать острые предметы какие-нибудь тяжелые. Или придет, ну я грубо говорю, сегодня таких, конечно, нет уже, но подобные бывают еще. Или придет туда, где стоит оборудование очень дорогое. Там стоит дисплей, который молодому человеку сегодня с детства знаком. Практически это его стихия, и он практически в автоматическом режиме наблюдает за технологическим процессом на экран. А все остальное делают роботы. Таких рабочих мест очень много сегодня. На авиационном объединении в Комсомольске они практически сегодня все перевели уже в цифру. И у них работают молодые ребята, которые даже закончили лицей. Лицей закончили и управляют станком, который стоит там 15 миллионов евро, например. Да? Представляете, сколько денег доверяется этому молодому человеку. Потому что квалификация высокая. А чтобы управлять общим процессом технологий, конечно, нужны инженеры. И вот когда мы в комплексе создаем рабочие места, предприятия предлагают на всяких ярмарках, которые мы проводим, предлагают молодежи прийти к ним работать, рабочее место хорошее, значит и оплата там соответствующая, нормальная, и тогда есть возможность где получить образование, технические вузы, тогда молодежь идет. Вот эта работа, она началась не сегодня, уже, скажем, мы, значит, где-то 4 года назад провели здесь первый в истории нашего государства международный инженерный форум в городе Комсомольске-на-Амуре, куда пригласили специалистов, тут была и законодательная власть, и исполнительная, и Совет Федерации, и были иностранцы, которые, и все руководители больших компаний крупных, которые так или иначе в Хабаровске работают, а их у нас здесь порядка десятка есть, которые заинтересованы в инженерных кадрах. И на этом конгрессе выработали вот свои мероприятия, которые необходимо проводить для того, чтобы молодежь заинтересовать идти учиться на инженерную специальность. Мне кажется, у нас это получилось. И процесс сегодня медленно, но он пошел уже в сторону вот, увеличения поступающих на инженерные специальности. Но работа эта должна проводиться повседневно, именно вот всеми участниками этих событий. Должны быть ярмарки, мы проводим конкурсы, вот недавно проходил конкурс в Казани, и наши там хабаровчане показали очень хорошие результаты, привезли призы оттуда, вот просто специалисты, технические специалисты,
которые мы называем рабочие квалифицированные кадры, они тоже нужны. И мы показали как раз сегодня, что у нас есть система подготовки хорошая, у нас есть сегодня куда идти работать. Поэтому задача правительства края, да и задача сегодня перед страной, вы, наверное, слышали, и президент ставит такую задачу, увеличить количество инженерных кадров для того, чтобы мы могли решать вопросы сегодня новых технологических укладов. Здравствуйте, Вячеслав Иванович. Меня зовут Нурбан Скрыбыкин, я студент первого курса Дальневосточного института управления. Вячеслав Иванович, сегодняшняя обстановка в Украине не остается в стороне и без нашего внимания, внимания молодежи. И я бы хотел спросить, как вы относитесь к сегодняшней обстановке в Украине? Ну, это больной вопрос для всех, да, и для меня тоже. Я отношусь как нормальный человек российский. И, конечно, сегодня наша задача сделать все для того, чтобы начались мирные переговоры. Там другого варианта решения этого вопроса, его просто не существует. Его никто не видит, и я его не вижу. Если там не остановить сегодня вот эту бойню, кровопролитие, то конечного результата нормального быть просто не может. Поэтому сегодня мы бы все хотели, чтобы в конце концов заявление, которое сделал президент, избранный на Украине, да, товарищ Порошенко, чтобы остановить кровопролитие и сесть за стол переговоров. Вот это надо выполнить. Это, я думаю, и наше желание, желание тех, кто там сегодня отстаивает свои интересы на юго-востоке Украины. Но, к сожалению, пока это не выполняется. Пока просто эта декларация остается. И мы все болеем и переживаем за тех людей. К нам уже приехали в Хабаровский край несколько беженцев. Их там порядка 10-12 человек сейчас даже к нам приехали. А в Ростовской области несколько десятков тысяч. Люди от хорошего никогда не бегут. Поэтому, в конце концов, руководители должны увидеть. Поэтому процесс сегодня пошел, и ОБСЕ вмешалось там, вот, наблюдатели выехали. Мне кажется, что все-таки разум придет в чьи-то умные головы там, в Украине, и они остановят этот процесс и сядут за стол переговоров. Другого варианта просто нет сегодня. Втягивать в войну там другие страны, это не есть лучший вариант. Но и вмешиваться как бы, во внутренние дела мы тоже не имеем права. Но и смотреть, как там истребляет русскоязычное население, мы тоже не можем. Поэтому сегодня правительство края, президент России, вы видите, он ищет различные варианты, ведет переговоры с лидерами, несмотря на то, что уже против нас санкции там всякие разные объявляют. За что? За то, что мы за мир, за то, что мы, наоборот, призываем всех, и президента Соединенных Штатов Америки, и лидеров европейских стран, Германии, Франции в первую очередь, с которыми ведутся переговоры, это ведущие страны, чтобы остановить истребление народа и сесть за стол переговоров. Это наша позиция, и мы ее все поддерживаем и ждем, конечно, когда вот реакция эта наступит. Я надеюсь, что все равно под вот нажимом таких требований переговоры должны начаться в ближайшее время. Потому что иначе ситуация патовая. Она просто, это идет братоубийство, идет гражданская война. То, что надо уроки истории просто некоторым руководителям, когда они баллотируются куда-то в большие, на большие должности, почитать историю немножко своей страны, откуда они взялись, что такое Киевская Русь, да? Вот. Что такое была Россия, что такое была гражданская война. Мы-то проходили эту войну, когда брат брата убивал-то. Зачем это надо? Кому это надо? А кто от этого победил? Никто не победил, никто в этой войне не может победить. Поэтому мы переживаем, у нас очень большая диаспора украинская проживает на территории Хабаровского края. Их порядка 60 тысяч. Они тоже все переживают за своих соотечественников, мы с ними встречаемся, разговариваем по этому поводу. И сегодня мы готовы гуманитарную помощь оказывать, принимать беженцев, мы готовимся сейчас для того, чтобы их где-то разместить. Вот такие вещи мы проводим в крае. И будем дальше способствовать тому, чтобы те, кто захочет уехать, они уехали. У нас в крае больше 300 человек работает на заводах, на судостроительных, в Комсомольске на Амуре, в городе Хабаровске. Они первые получили паспорта. Это люди, которые в Крыму проживали. Но есть часть людей еще, которые проживают не в Крыму. Они тоже
заявили сегодня остаться здесь, получить гражданство. У них посложнее там процедура, но вот мы с ними встречаемся тоже, разговариваем. Люди переживают, не могут понять, почему так. Там идет информация для населения совершенно другая, чем она наяву. Видите, даже журналисты наши страдают. А страдают почему? Потому что пытаются правду показать. Вот эти вещи, хотелось бы, чтобы они в конце концов стали достоянием вот нашего европейского сообщества, чтобы все вместе мы повлияли на мирное урегулирование вот этого вопроса на Украине. Возможность такая есть. И посыл вроде бы есть такой. Ну а раз есть посыл, возможность, требования, я думаю, все равно это случится. Пожалуйста. Добрый день, меня зовут Гальченко Мария, я являюсь молодым учителем. Вячеслав Иванович, наибольшую популярность среди молодежи сейчас занимает ценности здорового образа жизни. Я как сельский молодой учитель, работая с детьми, наблюдаю, как дети с большим удовольствием принимают участие в спортивных и дворовых мероприятиях. В городе Хабаровске уже достаточно много создано открытых спортивных площадок. В прошлом году в некоторых районах края по инициативе самой молодежи при поддержке хабаровского правительства и поддержке хоккейного клуба «СКА «Нефтяник» было построено 5 площадок для занятий воркаутом, где сейчас проходят тренировки и соревнования. Вопрос, планируется ли продолжение строительства подобных спортивных объектов, и очень интересует... А вы откуда? Я из Хабаровского района, село Синеворечко. А, ну. Да, планируется. Мы вообще сегодня уделяем очень большое внимание строительству объектов и культуры, и спорта именно в районах. Вот уже несколько лет, если вы обратите внимание, мы больше строим именно в районах, чем в городе Хабаровске. В Хабаровске просто мы строим крупный объект. Ну, например, вот этот дворец, его же в Осиновой речке не построишь, и не надо, он 5,5 миллиардов стоит. А здесь он нужен как центр, да, краевой, не только краевой, но и дальневосточный уже как бы центр практически хоккея. Да, и не только дальневосточный, и Сибири, там нет, тоже нет таких. А там мы строим различные физкультурно-оздоровительные комплексы. Сегодня у нас в плане порядка 30 таких серьезных плоскостных сооружений, которые мы должны построить в различных муниципальных образованиях. Осиновая речка, по-моему, там есть. Это знаковое такое, населенный пункт знаковый, поэтому он там есть. И мы будем строить вот в ближайшее время по программе, еще это отдельное, «Газпром детям», мы вошли в эту программу. Там 3 физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами будет на территории края, в районах построено. И будет построена хоккейная площадка со спортивным комплексом в городе Комсомольске на Амуре. Ну и практически мы во всех районах это дело будем расширять, строительство спортивных сооружений, бассейнов. Вы знаете, мы в Николаевске построили бассейн, в Комсомольске строим новый бассейн еще, кроме вот этой программы. У нас есть наша программа, есть программа от «Газпром детям», которая предполагает за счет привлеченных средств, ну, пройдя определенные процедуры, построить вот различные комплексы. Поэтому мы сегодня как работаем? Мы просим заявки от муниципальных образований. В каком виде и что они хотели бы увидеть. Вот, например, по Комсомольску там много шло споров. Вот одни говорят, надо хоккейную построить, коробку. Не коробку там, а центр хоккейный целый. Другие говорят, не надо, надо еще один бассейн. Вот молодежь собрали там, собрали совет общественный, который есть сегодня при губернаторе. И они очень активно работают, члены совета, и мне помогают. Я говорю, давайте разберемся, что нам надо строить там. Потому что у нас есть деньги, мы можем или то, все-таки решили, что давайте построим очень хоккей в Комсомольске развит, построим хоккей и к нему пристроим спортивный комплекс, а бассейн отдельный сегодня на Ленинском районе. Давайте. И физкультурно-оздоровительный комплекс построим в привокзальном микрорайоне, кроме хоккея еще. Вот нашли вариант решения. Но город большой, там сложнее, а вот в районах муниципальных там попроще. Практически все заявки, которые нам оттуда приходят, мы их реализуем. Ну, может быть, не сразу, потому что деньги же стоят там немалые. То есть будем дальше продолжать. Для нас, у нас очень спортивный край,
У нас более 300 тысяч занимаются различными видами физкультуры и спорта. Спасибо, здравствуйте. Меня зовут Мандрикина Татьяна, я координатор различных молодежных проектов и программ. Тенденция, которая сейчас идет в крае, про то, что ну, для молодежи она хорошая, не хватит просить, да, давайте делать очень много. И когда мы проводим какие-то проекты, они все, в принципе, направлены на активизацию молодежи, обучение в каких направлениях. Так вот, в последнее время в крае созданы хорошие условия для молодого бизнеса, для молодых предпринимателей. Есть консультации, заводятся программы сюда федеральные, субсидии и так далее. Но вот тут назрел у молодежи следующий вопрос. А вот по вашему мнению, да, если они хотят открывать свои стартапы, начинать свой бизнес, как вы думаете, какой малый бизнес на сегодняшний день действительно необходим краю? Ну, это такой сложный вопрос, потому что ну, этому нас специально нигде не учили. Я вместе с вами прохожу эту школу, вот уже много лет, ну, у меня опыта побольше просто. Я знаю хорошо, как работала экономика в советское время, я в ней учился и работал. Знаю хорошо, как это было в переходный период, когда начал зарождаться рынок, рыночные отношения. Мы тогда говорили, что они не рыночные, они просто базарные и такие были во многом криминальные. И знаю, как сегодня уже работает малый и средний бизнес, индивидуальные предприниматели. Сегодня появилась хорошая плеяда уже таких честных, справедливых предпринимателей, которые организуют свое дело и работают успешно достаточно, и работают эффективно для общества. Но сегодня у нас больше, и как правило, это сфера оказания услуг различных. Услуг... торговля, оказание услуг, парикмахерских, бытовых услуг, жилищно-коммунальных услуг, услуг IT-технологий там и так далее. Вот эта сфера хорошо развивается, и это правильно, это нормально, потому что и не надо, чтобы большие какие-то монстры занимались этими вопросами. Этими должны заниматься малые предприятия, индивидуальные предприниматели, и они хорошо с этим справляются. Но мне бы хотелось, вот, чтобы сегодня молодые люди направили свои мысли и действия в сектор реальной экономики. Потому что это перекликается. Вот девушка задавала про инженерные кадры. У нас этого не хватает. У нас, например, сегодня перегружен авиационный завод в городе Комсомольске-на-Амуре. Вот мы ее много времени, вы знаете, слышали, наверняка видели, что мы его спасали от того, чтобы он не остался без работы. Мы его загружали. Президент лично принимал в этом участие. Владимир Владимирович принимает сейчас. Судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре. Тоже титанические усилия предпринимаем для того, чтобы его загрузить. Сегодня мы их перегрузили. Они уже не справляются и начинают отдавать работу там, в другие регионы. А часть работы они где-то из-за границы будут размещать. И никуда не денешься, это объективный процесс, потому что иначе они не будут выполнять задачу, которая перед ними стоит по выпуску самолетов гражданского назначения. А у нас есть сегодня возможности, есть сегодня площади, чтобы создать сеть малых предприятий, которые бы работали на этот большой монстр, холдинг «Сухой», выполняли их задачу малыми силами, имея минимальные накладные расходы, потому что у них они очень большие на заводе, и получалась бы цена хорошая, и развивались бы молодые люди, которые вот, изготавливали бы продукт высокого интеллекта, и сами бы воспитывались и работали уже в системе там, 5-6 технологического уклада, о чем я вам говорю, вот. И повышали свой интеллект, и самое главное, приносили бы пользу, зарабатывали деньги здесь, на территории края. Вот мы сегодня такую площадку создаем в Комсомольске-на-Амуре конкретно, и стараемся на этой площадке будем создавать такие малые предприятия. Создавать не мы их будем, мы будем помогать. И вот я хотел бы, чтобы были такие инициативные люди, которые бы хотели этим заняться. Вот, то есть сфера услуг, она уже хорошо работает, там туда и вмешиваться нам не надо. Мы их всех поддержим, у нас есть там фонды микрокредитования, различные фонды поддержки, есть на это средства, в бюджете закладываются ежегодно. И сегодня уже вот структуры малого бизнеса и среднего бизнеса, они приносят значительный вклад в наш бюджет. Порядка там 18% бюджета, это уже малый и средний бизнес, это очень большая величина. То есть это занятых в экономике примерно 1/3.
одна треть занятых в экономике Хабаровского края – это уже малый бизнес. Это очень много, это очень хорошо. И это хороший бизнес как раз. Те люди, которые работают и платят налоги, они уже уходят от этих серых схем, которые были в 2000-е годы, там конверты всякие разные. Мы будем поддерживать его всемерно. Мы уже поддерживаем, будем дальше поддерживать. Для того, чтобы вот создавать уже такие структуры серьезные, которые будут работать на авиационную промышленность, на судостроительную промышленность. А это авиационная промышленность является самой высокоинтеллектуальной, так сказать, направляющей, составляющей промышленности во всем мире. Кто сегодня владеет авиационными космическими технологиями, тот владеет в мире всем, вы это знаете. У кого этого нет, тот находится там за чертой где-то. Вот. Так, пожалуйста, еще. А вот там. Здравствуйте, Вячеслав Иванович. Меня зовут Никита Яровенко, молодая гвардия «Единая Россия». Сейчас все мы следим за мировым чемпионатом по футболу, следим за успехами, ну и также неудачами нашей сборной национальной. А в следующем году нас ждет крупное спортивное событие, которое будет проходить в Хабаровском крае. Это чемпионат мира по хоккею с шайбой. А хотелось бы знать, какие... По хоккею с мячом. Ой, простите, пожалуйста, хоккею с мячом. А хотелось бы знать, какие сюрпризы, какие изменения в городе и крае будут происходить в связи с этим событием. Ну, хороший вопрос. Я смотрю футбол, последние три матча смотрел подряд прям. И как французы играли, как играли наши, проиграли. Вот. Жаль, конечно. Но вот в следующем году мы долго занимались этим процессом. В конце концов, решение принято. У нас будет чемпионат мира по хоккею с мячом. Здесь вот, в этом месте. И самый большой сюрприз, и главный сюрприз, это то, что здесь будет проходить чемпионат мира. Что еще может быть выше? Ничего. Выше чемпионата мира не бывает, только Луна может быть чуть повыше. А, поэтому это раз. А второе, сюрприз, что у нас появился вот такой центр мощнейший на 10 тысяч зрителей для хоккея с мячом. Это для нас очень важно, что здесь пройдет чемпионат, и мы надеемся, что проведя чемпионат на хорошем, высоком уровне, мы сегодня готовимся, у нас комитет работает ежедневно над тем, чтобы мы здесь вот, принимали гостей, и они не только хорошо поиграли здесь, сами спортсмены, но и те, кто приедут сюда смотреть, они увезли хорошие впечатления, и мы дальше бы использовали этот дворец вот, как здесь опорный такой пункт хоккея с мячом на востоке нашей страны, и использовали его под другие различные чемпионаты. Вот. Задача, то есть не просто провести чемпионат мира. Ну, естественно, здесь будет очень много разных мероприятий проходить, которые, ну, они как бы в стандарте проведения чемпионатов, они есть стандартные мероприятия, будут нестандартные. Мы сейчас над этим думаем, работаем. Оргкомитет собирает вопросы, предложения, чтобы здесь можно было сделать так, чтобы это было не просто чемпионат, не просто посмотреть, что у нас большой дворец, он вместимый, там современные технологии здесь самые современные. А эта визитная карточка была бы Хабаровского края. Мы здесь должны показать. И вот эти будут сюрпризы. Мы будем показывать здесь и наши национальные возможности. У нас край очень многонациональный. Да? 145 национальностей проживает на территории Хабаровского края. Более 30 коренных малочисленных народов севера. 8 этносов у нас в крае, только свой язык, культуру свою имеет там, и так далее. Наш ансамбль сегодня с села Ачан в Чехии. Чехия представляет нашу страну. Вы можете себе представить национальное село Ачан? Вы даже не знаете, где он находится. Это в Амурском районе Хабаровского края. Это маленькое село Ачан, которое утонуло в прошлом году. Вот. Но у них очень хороший коллектив, который вот по всему миру ездит, их приглашает. Они на форуме в Питере заняли главные дипломы, заполучили и привезли к нам в край. Поэтому вот у нас много таких талантливых различных людей. Мы будем использовать чемпионат мира по хоккею с мячом, чтобы показать спортивные возможности нашего края, культурные возможности нашего края, туристические возможности нашего края. Вы знаете, мы провели в прошлом году впервые в истории России, провели чемпионат России по самбо, знаете, в Хабаровске.
проходил чемпионат по самбо. 2 года тоже мы работали, не хотел никто ехать сюда, потому что, в конце концов, мы нашли общее взаимопонимание, решение было принято, чемпионат прошел здесь. И мы заимели своего чемпиона страны, Женя Сухомлинов из Комсомольска-на-Амуре, стал чемпионом по самбо нашей страны. Недавно он занял 3-е место на чемпионате Европы, бронзу нам принес, и на чемпионате мира 1-е место, он сегодня там, вот, это наш человек. Вот что дал нам даже чемпионат страны в Хабаровске. То есть это же еще и гордость спортсменов, которые выступать будут здесь. Это за свой край. Оно придает им силы дополнительные. Я вот с ним разговаривал, говорю: Женя, а если бы ты выступал где-нибудь в другом городе? Он говорит: не знаю, может быть, не так было. Но здесь я у себя на родине бился. Он провел там несколько десятков матчей, вышел в финал. Мы считали, что нам полуфинал, если мы выйдем, вот так, со спортсменом, то это было бы для нас хорошо. Так он все прошел и занял 1-е место. Вот наша задача, чтобы и поднять дух спортсменов наших, что весь мир приезжает в Хабаровск проводить. Мы будем здесь вот представлять. Вас тоже приглашаю всех. Если мысли есть какие-нибудь, давайте. У нас, посмотрите, какие здесь площадки хорошие. Вот вид какой на Амур. Здесь можно многие вещи сделать, которые... Ну, сегодня мы их как бы не видим даже. Мы, может быть, не знаем, а вы знаете, что надо сделать. Мы, конечно, знаем, мы съездили в Иркутск, посмотрели, как там проходило, другие города, то есть посмотрели, что делали другие регионы, другие страны. Будем стараться сделать здесь, чтобы у нас было лучше. Ну, с вашей помощью. Спасибо. Добрый день, уважаемый Вячеслав Иванович. Меня зовут Сотник Павел. Я сдавал ЕГЭ в этом году. И во время сдачи ЕГЭ было заметно, что в данном году он проходил в условиях повышенной информационной безопасности, в том числе с использованием различных технических средств для этого. И в связи с этим меня интересует следующий вопрос. Насколько вы оцениваете хорошо проведение государственного экзамена и каковы результаты учеников Хабаровского края? Да, вообще я не завидую сегодня нашим выпускникам. Я уже какой год прихожу на начало единого государственного экзамена. Где-то конверты раздавал, даже участвовал там во вскрытии. Смотрел задачи, которые просил уже потом после ЕГЭ мне давали посмотреть, что они решают. Очень сложные условия, и, честно говоря, даже для меня непонятно, когда такие вещи там и с телефоном нельзя... Мне кажется, это психологически очень сложно преодолеть. Вот я честно вам говорю. Но молодежь наша сегодня уже, видимо, другая. Я рад за них, что они умеют это преодолевать. И когда приходишь в класс, они там, ну, некоторые дрожат. Основная масса нормально к этому относится. И сдают хорошо ЕГЭ. Мы уже 3-й год... наращиваем темпы по сдаче. В этом году у нас 100 бальников не больше, чем в прошлом году. Ну, 29 100 бальников на территории края. Это хороший результат. Мы уровень держим. Причем 23 – это по русскому языку. Это очень важно. Потому что русский язык все боятся все время. И еще и в нашей школе все от русского старались убежать. Но там не убежишь было. Сегодня можно там чего-то делать. Но вот по русскому 23 – и, что характерно, начинается тенденция сдачи вот и физики. Потому что те годы мы смотрели, просто наливали там, ну, не хотят сдавать, сложно. А это как раз, опять же, перекликается с вопросами об инженерных кадрах. Потому что если ты себя попробовал, здесь понимаешь, тогда можно поступать в технический вуз. Если нет, то тогда и сразу изначально уже ты ставишь задачу, потому что ты инженером не будешь, не хочешь. Поэтому сегодня идет нормальная такая тенденция к наращиванию тех, кто получает максимальное количество баллов. Окончательных пока результатов нет, они будут вот где-то у нас, наверное, в первой декаде июля подведены, потому что там идут еще какие-то сдачи, кто-то оспаривает там. Процесс сегодня очень сложный, я изначально сказал, потому что там и судебные разные разбирательства идут. Ну, раньше такого не было в наше время, поэтому нам самим, вот взрослым, тяжело привыкнуть к этому экзамену, как эти молодые ребята и девчата это все выдерживают и все-таки умеют сдавать. Ну, и это говорит сегодня и о нашей методической работе преподавательского состава,
о том, что у нас технология образования в Хабаровском крае на высоком уровне. Это не мое заявление, это признание и Российской Федерации. Ну и еще важно, чтобы те, кто сдали ЕГЭ, не уезжали из Хабаровского края. Сегодня ЕГЭ, вот, в моем понимании, это хороший, как бы, такой технологический ход был принят, что сдал экзамены в школе и потом в институт можешь подавать только документы. В наше время такого не было. Ну, для нас, дальневосточников, это такой эксперимент тяжкий, потому что многие уезжают, получив возможность сегодня не сдавать экзамены в институты Москвы, Санкт-Петербурга, там они просто уезжают и тем самым делают демографию нашу вот отрицательной, да? Есть выезд, задержать мы их не можем, приказать мы им не можем, да и нет смысла никакого. Тогда мы должны работать над тем, чтобы условия для учебы в высших учебных заведениях и после высшего учебного заведения устройства на работу было у нас комфортнее, чем в других городах, в которые они едут. Вот мы сегодня работаем над этим. Другого варианта у нас нет. Ну и надо сказать, у нас массового оттока нет такого. Я недавно был в Владивостоке, буквально 3 дня назад, там проходило совещание в Министерстве развития Дальнего Востока, полугодовая коллегия была, я участие там принимал как член коллегии. Ну и вечером так получилось, что у них выпускной бал позже, чем у нас. Как раз там, где мы жили в гостинице, было много выпускников, они гуляли всю ночь, ну и мне удалось там с ними побеседовать. Вот. Для интереса просто. Они такие активные, как и наши тоже. Сегодня молодежь очень так охотно вступает в разговоры, причем серьезные разговоры. И когда там их человек 10 стояло, они не знали, кто я. Со мной были наши тоже сотрудники. И я им говорю, вы куда закончили, куда думаете ехать? Она девушка говорит, я думаю, уеду в Хабаровск. Я говорю, а что в Хабаровске хорошего-то? Здесь море. Она говорит, да и море мне надоело уже. Я здесь живу всю жизнь, мне хочется в Хабаровск. Один парень говорит, который сказал, да я хочу стать инженером. Говорят, в Хабаровске есть хороший вуз инженерный. То есть вот для чего рассказываю? Для того, чтобы понимать, что не только как бы от нас едут. Это для меня приятно было, что и к нам собираются ехать. Поэтому запретить сегодня вот передвижение по стране, ну, как говорят, давайте завяжем, как раньше их... 3-годичный или 5-летний какой-то срок, чтобы они отрабатывали. Да? У нас так было. Если направление дали, то 3 года не имеешь права никуда уехать. Но сегодня, я думаю, этого нет смысла делать. Нужны другие какие-то рычаги, потому что мы говорим сегодня о праве перемещения внутри страны и будем кого-то зажимать. Есть другие методы, они действуют. Вот пример вот этот очень показательный. Потом, конечно, наши сотрудники меня сдали с потрохами, там, рассказали им, что я губернатор. Там целая подошла, я не знаю, человек 40, наверное, окружили меня, давай там спрашивать, что в Хабаровске. То есть им интересно куда-нибудь уехать, молодежи. Вот не потому, что здесь лучше или там. И когда я им начал рассказывать прелести наших университетов, то многие, я думаю, сегодня уже в голове заложили, что надо ехать в Хабаровск срочно. Вот. Мы им дали телефоны, говорят, давайте приезжайте, нам нужен инженер. Вот, кто хочет в инженерную среду попасть, мы будем вам помогать. Молодежи интересно двигаться и интересны какие-то новации. Если они есть в регионе, то, я думаю, они поедут. Те, особенно есть серьезные люди, которые настроены вот, изобретать чего-то. Там, вот, парень такой, он молодец, мы его записали. Он приедет, я думаю, точно к нам сюда. Мы должны создать условия. Условия будут, они приедут. Условий не будет, хоть тут море будет, хоть здесь еще какие-то ковришки будут. Ну, так погулять, приехать. Сегодня основная масса, вот, у них уже есть вот, выпускники, в основном у всех уже есть наметки, куда они хотят идти. Много здесь влияет на это, конечно, преподавательский состав в школе, ну и родители. Родители тоже, они же говорят. Поэтому мы все, кто-то родитель, кто-то где-то, когда говорим, от нас уезжают, а сами дома молодым говорим, давай-ка заканчивай в Питер, жми скорее. А потом ждем, чтобы и говорим, почему у нас демография там тут отрицательная? А потому все должны работать над этим. Пожалуйста. Вячеслав Иванович, Калинин Егор. Ну, мы сегодня рассмотрели много интересных вопросов, но мне бы хотелось задать вопрос, который... Неинтересный. Интересный, но который напрямую
связывает с дальнейшим развитием и работоспособностью, я бы даже сказал, Хабаровского края. В этом году будут проходить события, это выборы прежде всего в Краевую Законодательную Думу Хабаровского края, да? Ну и будет ряд выборов проходить в муниципальных образованиях. Вопрос у меня следующий. По статистике, а я читал и считал, порядка 200 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет работают депутатами, либо главами поселений в Хабаровском крае. При этом количество избирателей в возрасте от 18 до 35 лет порядка 400 тысяч. Из общего числа мандатов по краю где-то 2500 всего. То есть 200 человек из 2500. Ну, на ваш взгляд, должны ли молодые люди принимать активное участие именно в выборных кампаниях в качестве кандидатов в любые уровни? Да, от верхней, да, от выборов Хабаровского края до поселений. И ну, с чем может быть связана такая низкая активность молодежи? Боятся, нехватка опыта или вот какие-то другие, на ваш взгляд, причины? Ну, во-первых, я думаю, вот это вот то, что сложилось, это объективный процесс. Не бояться, я думаю. Сегодня никто, молодежь ничего не боится там. Я бы не сказал, что они чего-то боятся. Они просто оценивают свои возможности и уже понимают жизнь. Ну что ты, закончил школу и сразу пойдешь там, в депутаты, а что ты в жизни видал, а что ты избирателям скажешь? А как ты можешь показать, что ты сделал или что ты сделаешь, понимаете? Я думаю, молодежь это оценивает. Каждый оценивает свои возможности и как бы не идет туда раньше какого-то времени. Они хотят получить какую-то практику, опыт, образование достаточное. И вот тогда тот, кто это получил, вы знаете, многие молодые люди сегодня вот просто стараются уже пойти в политику. Но массового нет и не надо. И не надо массово. У нас есть страны, в которых там возраст депутатов 65 лет и меньше нету. Там. Почему? Ну, мудрость какая-то наступает. Моя точка зрения, что должны быть, конечно, молодые люди, ну, достаточно там, скажем, ну, возраста там, когда он 30 лет, например. Когда он что-то прошел, он чего-то достиг, посмотрел жизнь, и он может уже с высоты там, законодательной власти уже рассказать своим избирателям про что-то, да, и получив от них наказы какие-то, внести лепту ну, в законодательную там, сферу нашей жизни. Поэтому, мне кажется, вот на это влиять не надо специально, чтобы там было столько-то молодежи, столько-то там среднего возраста. Это должно приходить, и оно приходит. Политическая зрелость, она сразу не бывает, она приходит. Она приходит, и я всегда, если хотите, рекомендую. Вот у нас есть очень хорошие молодые ребята, которые стали главами поселения. Да? Ну, например, в селе Мичуринское есть там хороший глава. И я, когда ему предложил, приехал, посмотрел, как он работает там, ну, как бы применяются все современные методы управления там, вполне нормально. Причем он не учился на это, но созрел, его выбрали. Я ему предложил перейти в правительство идти работать. Говорю под камеру, не стесняюсь, это так было. Он отказался. Отказался почему? Причем я его поддержал. Но мы его держим в резерве. Он говорит, я еще не готов в правительство работать. Дайте мне вот завершить у себя в маленьком поселке то, что я задумал. И он завершает. И мы ему дадим завершить, конечно, он нарабатывает опыт, он оценивает свои возможности, свое положение в обществе, он чувствует обязательства перед избирателем, он говорит, я же им обещал, а сейчас уйду в правительство. То есть, понимаете, вот таких немного людей, но они вот у нас есть в крае, и это наш золотой резерв, это резерв правительства, он точно будет работать в правительстве, я не знаю, он станет большим человеком. И такие есть, он не один. Вот я считаю, что надо начинать с муниципального образования. Или у нас сегодня возможностей очень много. Вот в этом году мы проводим 42 кампании избирательных, в сентябре у нас будет. Мы будем избирать полностью Думу города Хабаровска, будем избирать Думу города Комсомольска, будем мэра города Комсомольска избирать. Это крупные такие выборы. И еще 40 кампаний по разным районам, там и депутатов, и глав районов. И вот надо начинать с муниципального образования, поработать там депутатом или там где-то, может быть, главой. Самого маленького. Посмотреть все канонические вопросы, которые волнуют наших жителей. Если ты будешь понимать, что волнует там поселок, в котором живет 150 человек, то ты сможешь понимать, что сегодня волнует жителей края там, и города сначала. Поэтому
Я считаю, что молодежь должна быть, но она должна быть та, которая вот сама себя понимает. Она видит, что они готовы к этому и придет. Мы их приветствуем всегда, приветствуем. Но дозировать это, мне кажется, нет смысла. Спасибо большое, Вячеслав Иванович, за эту встречу в преддверии Дня молодежи. Мы уверены, что у нас будет еще вопросы, у нас будет возможность вам их задать. Вот. И спасибо большое всем участникам, которые сегодня пришли. Вот. И все. Поздравляю всех с Днем молодежи. Всем счастья, удачи.